Друзья, мы решили сделать серию роликов. Нам позвонили и показать вам, в каких ситуациях мы бываем и как нам из этих ситуаций приходится выбираться. Перед вами выйдет серия вот таких роликов. Сегодня будет первый ролик. Нам позвонили, ребята. Позвонили буквально где-то часа два назад. Позвонил ребенок, подросток, и сказал, что лежит собачка в кустах и умирает. Как вы понимаете, ребенку оказать это вообще невозможно. Поехали. Собачка встала из кустов и начала ходить по площади. Но было видно, что ей плохо. Дети в один голос сказали, что собачка ласковая, что она лежит уже весь второй день и никуда не идет, и не кушает. Ребенка взяли, срочно отвезли в клинику. Ребят, девочка примерно один, около года. И у нее двойная инфекция. Пироплазмоз и энтерит. Причем энтерит уже кровавый, с попы все текет. Ребенка срочно сейчас кладем на капельницу и обращаемся к вам за помощью. Ребята, это экстренный случай из серии «Нам позвонили». Разумеется, продолжение истории будет обязательно. Но вы должны понимать, в каком положении мы находимся, ребят. Да что говорить, почему должны понимать? Вы это сами все понимаете. Вы не зря нас поддерживаете, отдаете последнее, делитесь своим теплом души, ребята. Нам позвонили. Опять нам позвонили. А я опять обращаюсь к вам. Вы с нами?